Всего за несколько лет, начиная с 1918 года, тысячи памятников императору Александру II были безжалостно уничтожены по всей стране. Но несмотря на все старания идеологов советского периода, светлая память о царе-освободителе не погибла. И пережив почти столетнее забвение, медленно, но верно возвращается в общественное сознание современного российского общества. Слово предоставляется главе Гдовского района Павлову Юрию Сергеевичу. Уважаемые гдовичи и гости города, сегодня для всех нас знаменательный день. Восстанавливается историческая справедливость. На законное место возвращается бережно воссозданный памятник императору Александру II. Особенно значимо, что в этом году мы отмечаем 200-летнюю годовщину со дня рождения императора. Фигура Александра II ярко выделяется в ряду российских царей. Его заслуги невозможно измерить словами. Отмена крепостного права, судебная реформа, революционные преобразования в армии, качественные изменения в системе образования, городская и земская реформы. Это коренным образом изменило жизнь людей, изменилось и само государство. Эти реформы позволили нашей стране совершить заметный скачок вперед, преодолеть отставание от ведущих стран Запада, вернули уважение к стране на международной арене, дали мощный импульс развития институтов гражданского общества в России. Важно помнить, что преобразования были либеральными, как по своим целям, так и по методам исполнения. Они не унесли миллионов жизней, но стоили жизни самому Александру II. Дорогие друзья, уважаемые земляки, памятник, который мы открываем сегодня, это выражение нашего всеобщего признания заслуг реформатора Александра II и одновременно с этим извинение за совершенный во время революции акт вандализма. Мы не просто возвращаем объект культурного наследия, а делаем важный вклад в возрождение исторической памяти, национального самосознания. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто оказал посильную помощь в восстановлении памятника. Дай Бог нам всем памяти и желания, реально не покладая рук, менять жизнь к лучшему. Спасибо вам огромное!